Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть Paint the Town Red, смотрят новые прикольные, невероятные ребята уровни, которые я отыскал, в общем-то, на просторах Стима. И, собственно, мы сегодня, ребята, отправимся на Луну, ребята, мы давно не были в космосе, мы давно не были на Луне, у нас какой-то, по-моему, был когда-то давно уровень про Луну, ребята, я нашел новый уровень, называется Moon Life, называется уровень, и, соответственно, мы сегодня отправляемся на самую настоящую станцию на Луне. Мы сейчас находимся, ребят, на Луне. И прямо сейчас можно самое время, ребят, поставить лайк. Прямо вот сейчас жирнейший, лунный, космический, ваш невероятный, ребята, прямо сейчас лайкосик. Напишите комментарии самые интересные фильмы про Луну или про космос, которые вы смотрели в вашей жизни, ребят, которые вам больше всего понравились. И мы, ребята, начинаем. И что же, перед нами, ребят, находятся вот такие вот замечательные космонавты, видите, у них новые скины, соответственно, прямо вот такое лицо, сразу же видно, что оно как будто бы в скафандре, квадратном скафандре, квадратные скафандры, эти ребятки, вот такие вот двухметровые ребята с бейсбольными битами, это, возможно, охрана, ребята, это, когда на Луну попадаешь, наверное, проходишь через эту охрану. Я вижу там флаг СССР, обалдеть, ребята, СССР, офигеть. И тут у нас готовится, видите, команда, советская команда, ребята, первым. В общем-то, видимо, это космическая станция, которая располагается на Луне. Они, видимо, прибыли сюда, чтобы исследовать лунный грунт, размещать строения какие-то, готовить, наверное, к поселению, может быть, заселению Луны и так далее. Ребят, кстати, интересная тема. Может быть, когда-нибудь мы с вами доживем до этих времен, это будет очень здорово. Кто бы захотел поехать первым поселенцем стать на Луне, напишите в комментах. Будет интересно почитать, кто сколько у нас первооткрывателей, ребята, на нашем канале. Ну и что же, у нас есть тут дробаши. Давайте возьмем дробаши. А что-то у нас дробаши все, что ли, пустые. Жаль, все пустые дробаши. К сожалению, тут у нас есть, конечно, кинжальчик. Я тут не знаю, это что у нас за такие надгробия? Они какие-то черные. Может быть, это... Может быть, ребята, это как раз... Я не знаю, может быть, это могилы, может быть, что-то в этом духе. Ребят, ну, флаг СССР, конечно, круто сделан. Ну что ж, пойдемте дальше посмотрим. Тут у нас тут такой у нас сквозь стену, по-моему, кто-то прошел. Кто-то у нас, посмотри-ка вы, сквозь стену. Это не инопланетянин какой-то. Заходим, тут какие-то есть тамбуры. Оу, обалдеть, ребята. А тут у нас целая жизнь на базе, ребята, целая жизнь. Космонавты танцуют. Они, в принципе, развлекаются. Тут у нас кто-то наливает напитки, шведский стол, все как положено. Ну и, соответственно, я смотрю, ребята, первые грядки. На Луне, кстати, фильм «Марсианин», по-моему, там Мэтт Дэймон, такой актер очень известный, он снимался в фильме «Марсианин», он там тоже выращивал грядки. В общем-то, по-моему, то ли картошку он садил, то ли что. Здесь ребятки решили посадить, по-моему, яблоки или помидоры, я что-то точно не знаю. Наверное, это помидоры, похоже. И вот они окучивают первые грядки, первые сады на Луне. Мы с вами, ребята, сможем вот прямо сразу же увидеть, собственно, с чего все начиналось. Ну, в принципе, все, ребята, на позитиве. Абсолютно позитивная, классная база. А мы идем в следующий тамбур, посмотрим, что у нас именно там находится, в следующем тамбуре. А следующий тамбур, тут у нас прямо, ребят, жара. Тут у нас и повара, и тут у нас, и, соответственно, ребятки, которые у нас тут ждут вкусняшки. Я смотрю, тут у кого-то, наверное, день рождения, такое ощущение, ребят, что здесь день рождения. Празднует и на гитаре, и, собственно, играет. Так, проходим сюда, тут у нас что такое? Оба. Так, что за куб у нас интересный? Тут какие-то три кнопки, чтобы это значило, я, ребята, собственно, и не понимаю, что это такое. Какая-то хрень, короче. Видимо, какой-то прибор. Давайте зайдем сюда. Ё-моё, ребята, что там происходит? Там кого-то, короче, хлещет. Какое-то черное существо, что ли. Так, ну-ка, можно сюда на второй этаж. Тут нормально, подойдем. Давай мы посмотрим сначала все, потом пойдем разбираться, что там за черное существо вообще находится и что там вообще происходит. Ребят, ну на втором этаже все как бы тихо, мирно, космонавты бегают, тренируются. Давайте спустимся, я хочу посмотреть, что же тут у нас, кто тут у нас, ёлки-палки, да это походу, ребят, я даже не знаю, на Веном похож. Друзья, кто смотрел Веном, а кто узнает, Веном это или нет, напишите в комментариях, действительно ли это Веном или нет, посмотри. Космонавты, у них что-то с лицами. Что с их лицами? Что происходит, ребят? Что за тварь такая, а? Что он делает? Я не понимаю, что с космонавтами? По-моему, они заразились.
Мне кажется, ребята, они заразились. Давайте попробуем их освободить, а? Так, ёлы-палы, ни хрена себе, это зомби, ребята, это космонавты-зомби. Посмотрите, два космонавта-зомбари стали. И вот даже три. Погоди, три. А вот это Веном, походу, точно бежит. Ну, я не знаю, ребята, мне кажется, это Веном. Давайте Венома хлестанем немножко, потому что, ну, блин, что же он делает? Такая позитивная, классная база. И тут у нас, видимо, первый... Оу, космонавты погнали, смотри, мне помогать. Все начинаются биться, пока еще не вся база в курсе, что у нас появился на лунной базе, ребят, завелся инопланетное существо, которое уже троих космонавтов заразило. Они стали зомбарями, они уже начали драться против других космонавтов и уже на меня нападают, между прочим. Вот такое вот, вот такая вот тема, посмотри. Посмотри, Веном на меня хочет накинуться. Стоять, Веном, стой. Он сейчас может, кстати, на меня перевоплотиться. И все, ребята, пиши пропало. Это уже будет, конечно же, фиаско. Это будет, ребята, очень сильное, очень мощное, такое жесткое. Посмотри, на меня космонавты другие накидываются. Да я-то что тут плохого-то сделал? Я вообще ничего плохого не сделал. Я не на стороне Венома, я просто выбегаю отсюда. Ребятки, идите, идите бейтесь, хватит отмечать день рождения. Смотри, дай хоть гитару там мне, ну. Они даже как будто не замечают, что тут у нас идет дичайший замес, вот так вот, да. Зомбарей, Веному гитарой прямо, смотри, прилетает. Веному здесь не сладко будет, ребят, на Луне. Так, я думаю, что нам, наверное, нужно найти какое-нибудь оружие. Смотри, Венома хлещет прям вообще, ребят, по полной. Пойдемте искать какое-нибудь оружие или, может быть, нажмем на эти кнопки. Что бы это значило, что произойдет, если мы нажмем на эти кнопочки. Что случится, что откроется, я пока не могу наблюдать, ребята. Вдруг, если я не увижу, то вы мне, друзья, напишите обязательно в комментариях, что произошло, что у нас открылось. В общем-то, вот такая вот тема. Так, может быть, у нас какие-нибудь врата открылись, интересно. Давайте просто глянем. Мне кажется, наверное, нужно взять дробашек. Или, может быть, даже кинжальчик и отправиться... Так, а вы что здесь стоите-то, а? Тут Венома надо хлестать. Они, блин, стоят и вообще ничего не предпринимают. Ребятки, вы что стоите-то? Ну, давайте, погнали. Все сагрились и побежали. Все сагрились и Венома пошли бить. Смотри, с лопатами прямо дробаши все взяли. Посмотрите, прямо схватили дробашики все. Обычно же. А повара что у нас танцуют? Ну-ка, быстро-быстро. Венома выхлёстываем. Выхлёстываем. Вся команда накинулась на него. Смотри, он еще живой. Обалдеть. Некоторые космонавты почему-то на меня набрасываются. Вот этого, кстати, нужно будет свинтить. Вот этого зомби, ребята. Зомби, главное, чтобы наша команда вся, прикиньте, последняя команда на Луне, они станут зомбарями. Что же будет с людьми, когда люди прилетят и подумают, что, о, здорово на Луне бы поселиться, было бы неплохо купить себе неплохой бы какой-нибудь островочек или там, ну, какой островочек, может быть, участок, скажем, на Луне, да, и жить себе спокойненько, да и наслаждаться прекрасной атмосферой лунной, так скажем, да. И оттуда прилетают тут все зомби. Вот такое вот, ребята, мясо. Вот такая вот у нас, вот такое у нас разочарование. Так скажем, нужно бежать и хватать какое-нибудь оружие. Дайте нам что-нибудь на люди. Люди посыпались куда-то. Никакого оружия нет, к сожалению, этот уровень прямо. Ну, собственно, здесь же Луна, здесь не предназначено. Здесь, ребят, не предназначено выхлёстывать всех, поэтому, наверное, только у военных здесь есть оружие. Может быть, на нем пистолет. Давайте пойдем. А у поваров должно быть что-нибудь. Ну, плизы, повара. Единственное, вот в этом уровне прямо здесь, реально у поваров даже ничего нету, ребят. Как так может быть? Я просто не понимаю. У поваров ни черта нету. Будет же лопат, по-моему. Будем биться помидорами, ребят. Будем биться помидорами. Есть у нас здесь бутылки. Ну, в принципе, можно и бутылочками. Смотрите, я вот его сагрил помидоркой. Он побежал. Нормально, хорошо. Но он сразу понял, куда ему бежать. И в замес погнали. Давайте вот этих тоже немножко, может быть, как-нибудь тоже сагрим. Потому что я вот эту бы охрану бы точно бы перебил. Потому что она вообще не реагирует никак. Может быть, и на стороне Венома как раз, а? Так, вот, есть три бейсбольные биты, зато у нас есть, это здорово, ребят, это просто обалденно, сейчас мы залетим сюда и устроим здесь реальный просто мега трэш, потому что, ну блин, ну а как еще с ними биться, потому что, так, ломается лопата, ломается у нас все, дайте какое-нибудь оружие, дробашек, что-нибудь, о, дробашек есть, здорово.
Здорово, заходим сюда. Сейчас мы можем шок-вейв, ребята, сделать. И это будет просто обалденно. Шок-вейв у нас есть? У нас есть шок-вейв или еще пока нету? Еще, к сожалению, пока нет на шок-вейва. Печально. Дайте мне какой-нибудь... О, дробаш. Где-то там был дробашек, но в толпе. Но очень опасно, ребята. Здесь очень опасно. Оу, лопата. Ез, шок-вейв, ребята. Ебой, давай, да! Вот это столько мы киллов сделали, а? За раз просто обалденно, ребята. Сейчас случилось так, товарищ у нас залетел прямо сюда. Нужно еще один шок-вейв сделать. Смотри, куда они все побежали. Веном просто в шоке. Его никто не может убить. Почему? Почему тебя никто не может слить-то? Я не понимаю, ребята. Просто вы что, космонавты Венома, что ли, не можете грохнуть-то, а? Так, вот сейчас мы прям вообще здорово сейчас сработали. У меня, в принципе, еще сейчас есть... возможности еще сделать шок-вейв. Сейчас пару киллов, наверное, сделаем. Да, вот, нормально. А давайте мы куда-нибудь выведем. Или, может быть, здесь как-нибудь путь расчистим. Давайте в одну кучу их всех как-нибудь соберем. Потому что, ну, блин, иначе никак. Иначе шок-вейв не сработает. А что они тут стоят у нас? Опять с Веномом сцепились, да? Венома не могут, ребят, добить. Веном какой-то просто бессмертный. Ну, в принципе, Веном он, да, он очень мощный, очень сильный. С ним сражаться крайне трудно. Так, отходим. Смотри-ка. Ладно, давайте мы, наверное, не шок-вейв будем использовать, а может быть у нас будет... О, нормально, слушай, неплохо, мы продвигаемся. Так, дайте нам пройти. Я сбегаю за бейсбольными битами, может быть мы используем берсерка. Давайте, ребят, прокачаемся до берсерка и возьмем берсерка себе. Будет это здорово, ребят. Вот это лунная у нас поездка. Мы приехали исследовать, мы приехали, в принципе, поселиться на Луне, а тут у нас встретили Венома. Обалдеть, ребята. Вот это, ребята, конечно, неожиданный поворотище. Не ожидал я такого события. Я когда начинал этот уровень, я думал, что все будет спокойно, ребят. Как обычно, Pain the Town Red, обычно же все спокойно, все же прекрасно. Так, киллы. Делаем, отлично. Все, есть берсерк, здорово. Сейчас ломаем бейсбольную биту об кого-нибудь. И, в принципе, можно сделать берсерк, ребят. Сделаем берсерк, вот такой вот. Вот так вот. Бумц. Где, вы что, не сработало, что ли? А что, не сработало у нас? Ну-ка еще раз. Так. Вот так вот. Что-то подожди, мимо как-то проходит, по-моему. Удары как-то не попадают немного или попадают. Воу, это кто у нас так попал-то по мне, а? Так, дайте что-нибудь. По-моему, у вас где-то еще завалялся дробашек. У меня такое ощущение, что вы спрятали тут не все. Вот, здесь дробашки есть, у кого-то он был. И осталось у нас, в принципе, 8-7 чуваков. Так. И Веном, ребят, неубиваемый Веном еще продолжает дальше жить. 5 человек и Венома. Венома, походу, будем в финале мочить. Я не знаю, по-моему, он живой еще, да. Но он еще живой, обалдеть, ребята. Вот это он живучий, гад. Вот это он живучий, никто его не может победить, ребят. Я даже не знаю, чем мы его будем гасить-то, а? Чем мы его будем гасить? 4. Ес, Венома убили, обалдеть, ребята, мы его слили. Да, Венома, кстати, ребят, можно убить. И можно убить его обычным диском. Обычным блином от штанги. Что, собственно, мы и сделали. Остался один человек, боюсь и... А, нет, мне уже показалось, что он может застрять у нас в текстурах. Но, ребят, походу мы на станции будем одни. Давайте его победим. В принципе, в честном бою, вот где-нибудь возле флага, так скажем, возле флага СССР, давай, иди сюда, сейчас будем биться, последний у нас будет, последняя схватка, он идет сюда, он не взял никакое оружие, можно, в принципе, взять, я могу, в принципе, его замочить, о, у него тут дробашек, тут у нас и меч есть, кинжальчик, нормально, будем биться под флагом СССР, так, победа будет за нами, давай, финалочка, ну, бум, так, хорошо. Что он делает? Он взглянул на флаг СССР и куда-то пошел. Подожди, что он хочет? Что он придумал? Так, стоять. Что ты придумал? Смотри. Дунс, пропускает. Блок. Ну иди возьми себе дробаш, если хочешь. Давай, финальная битва, ребята. Финальную битву поддержим лайками, ребята. Поддержим лайками финальную битву. Давай, Родима. Оч! Апперкот у нас прошел. Так, справа проходит. Блин, это жесткий товарищ-то, а? Жесткий, смотри, сколько он пропускает, и, в принципе,
Да еще опять нокдаун, ребята, нокдаун. И мы остаемся пока целы и живы и здоровы. У меня есть шок-вейв. Давайте мы сейчас сделаем вот как-нибудь вот так, ребят. Сейчас посмотрим. Смотрите, сейчас мы сделаем шок-вейв. Это будет очень мощно. Да, флаг его ударили, он улетает. Бум! Красиво, супер удар, он задел флаг, ребят, улетел, я не знаю, на сколько метров. Вот это, ребята, да, посмотрите, видите, флаг СССР, буквы попадали, буквы СССР распались даже. Он, короче, сбил все буквы. Я такого, ребят, не ожидал эффекта. В общем-то, ну, собственно, очень угарный, очень интересный уровень, ребята. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, если вы вдруг захотите, чтобы мы обязательно полетали в каком-нибудь космосе, то ставьте, ребята, лайкосик, пишите комментарии по поводу любимых фильмов о космосе и, соответственно, предлагайте идеи по прохождению других уровней. С вами был Родригес, я вам желаю успехов, вам удачи и, ребята, всем пока-пока!